Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем проходить Черепашки-ниндзя-легенды. Ежедневные награды Лига Сёгунов, то есть меня еще не сбросили, так я понимаю? А ну-ка, давайте-ка я проверю. Я хочу лично убедиться, не скинули? Нет, ребята, я на ранге 48. Отлично, просто великолепно. Так, ну что, сегодня мы с вами пойдем, наверное, на испытание, да? Это мы уже с вами проходили, да, космические странности. Мы дошли до тупика. И начинаем мы с вами испытание День Дони. Да, я хочу именно поиграть в это испытание. И приступим потихонечку. Вся надежда у меня остается внутри только ради того, чтобы... Ай-яй-яй-яй-яй, она рухнула, ребята, в одночасье. Знаете почему? Вы смотрите, кого мне дали. Железную голову. Это максимальный 70-й герой, который мне тут доступен. Потом дали Тигра, Бакстера, Эйприл и Муха. Согласитесь, не очень шикарный выбор для прохождения этого испытания. Да, мне даже немножко обидненько, ребятули. Я хотел, думал, сегодня пофармим, так далеко уйдем с вами. А в результате что? А в результате фигня у нас получилась. И я ставлю на автобой. Да. Кстати, ребятули, у меня есть к вам очень хорошие новости. Помните такую игру, которая называется Рейд Темные Легенды, да? Так вот, ребятушки, ко мне обратились разработчики этой игры и сказали, что выходит очень много нового контента и решили со мной сотрудничать. Поэтому все самые последние новинки, которые будут выходить в той игре, я буду вам из первых их уст докладывать. И если вы хотите, чтобы я играл в рейд Темной Легенды, то прошу вас поставить лайкосик и прокомментировать. Слушайте, ну я думаю, что она нам зайдет, тем более мы будем больше, как говорится, делать на нее акцента. Ну, естественно, ребят, никуда от нас не денутся ни черепашки, ни Tower Conquest, все это останется при нас. Также не забываем, что у нас будет Бравл Старс, также Танкалут. В общем, все это у нас останется, но мы будем с вами побольше и почаще, потому что разработчики хотят, чтобы я показывал как можно больше ихнего контента. Игрулька выходит в конце февраля официально. Не знаю, правда, почему-то я в нее уже играл. Видимо, мне всегда везет, ребята, что в Assassin's Creed Восстание мне давали ранний доступ от Ubisoft. Да и вообще многие игры, не знаю, чем я так заслужил доверие, ну, ребят, мне приятно на самом деле, что вот так вот получается. Также вы не забывайте, что еще игра Skylanders, которая вышла тоже уже официально, ребята. Вы все прекрасно знаете эту игру, на моем канале вы видели. Вот единственное, что Raid, что Skylanders я немножко, как бы сейчас пропустил мимо эфира. Все, ребятушки, из-за работы, я не могу успевать. Но, еще раз повторю, если мы с вами поставим, давайте, знаете сколько, 200 лайков влепим. И я буду проходить... Точнее, даже не проходить, а продолжать играть в рейд. Ну и, соответственно, буду вас оповещать о всех новинках, потому что разработчики сказали, что они будут меня заранее об этом предупреждать. Что, как и где выйдет. И к чему готовиться. Так что, ребятулечки, будет нас ожидать радость. Радость большая. Ну что же, Донателло, кстати, я тут немножко засмотрелся. У нас, оказывается, сейчас уже вот буквально секунду на секунду будет 99 уровень, как ни странно. Да-да, именно так оно и будет. Поэтому давайте-ка быстренько разберем вот этих вот всех охламонов. Я также здесь поставлю на автобой, потому что я больше уверен, что здесь мы пройдем с вами на изи. Наверное, да? Хе-хе-хе, да должны пройти. Да, кстати, вот это вот, наверное, дурацкая привычка мне говорить в той игре, да, например, мы играем в черепашки, я разговариваю про другую игру. Такая вот фишка у меня, ребята, еще с Hustle Castle началась, когда я играл и периодически упоминал в ней другую игру. Ну что же, такой вот я, ребят, неугомонный. Оп. Так, вали отсюда. Черт подери, этого Макмана, а? Ребят, третья волна, как-никак. Йоху, и мы здесь. Да, кстати, я еще, ребят, собираюсь играть в игру Финал, ой, финал Fire Emblem Герои, которая тоже вышла на Android.
Если кто хочет видеть от меня прохождение, конечно же, комментируем и ставим лайкосик, ребятули. Хоррорфил тоже от нас никуда не уйдет. Качаемся, развиваемся, скоро выйдут видосики. Также не забываем про мой второй канал, ПК Игра, который посвящен. Там будет продолжение, ребята, Resident Evil Remake. Ну, я имею в виду вторая часть. И на днях, ребята, у нас выходит Metro Exodus. Предзаказ я уже сделал, поэтому либо сегодня ночью, либо завтра днем игрулечка уже выйдет, и мы будем в нее играть. Так что, кто еще не подписан на мой второй канал, я думаю, что вам стоит это сделать. Ссылка, ребята, ну, не в описании, но вы знаете, на превьюшном ролике будет. Не потеряйтесь. Так, ну что же, а мы продолжаем. 45-е уровни у нас здесь. Ху-ху. Слушайте, да сейчас разорвем мы их просто-напросто в тряпки, в хлам. Я вот сейчас разбомблю и быстренько уже, наверное, отправлюсь на арену. Уж больно я хочу подраться. Ух. Так. Ага. Ну что, давай бомбанем, наверное, под Полтавой, да? Бакстер, отлично, ребята. Да, кстати, мы сегодня, прям сейчас, после этого боя, прапаем одного из персонажей. Вот пока есть время, кто догадается, кто это будет, а, ребят? Вот проверьте свою интуицию. Как вы думаете, на кого я нашел ДНК? Пока есть время, думайте, ребята. После боя все увидите. Роквелл, Роквелл чудит. А мы ему... Оп! Да ладно тебе. А вот так если... Оп! Готов. Ой, елки-палки, это же третья волна у нас. А я тут радуюсь. Так, секундочку, секундочку. Нам нужно... Блин, кого же нам наказать? Давай, наверное, Доника накажем. Йоху! Пошинковал его. А ну-ка, бомбанем. Должны все упасть. Нет, ребята. Не все они упали. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Опа, это же массовая атака, ребята. Это массовая атака от Дони. Космос. А что, у него не сработало? Подожди, это, наверное, была не атака, ребята. Это была... Был баф для них. 100 пудиков. 100 пудиков. Кисловато, я знаю. Давай-ка я, наверное, знаешь, что сделаю? Блин, вот так вот сделаем. Маузеры, вперед! Тыдыщ! Шик и блеск! А по-другому не сказать и не назвать это все. Ух, слушайте, но напряженно было. Вот следующий бой, я думаю, будет для меня заключительный. Ну, чуть-чуть не хватает, ребята, чтобы мы с вами получили уровень. И тут у нас кто? Донателло, Донателло, Донни, 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 Донни. Донни классик, да? Донни классик, как фугасик под деревом стоит. Как вы думаете, мы сможем одолеть? Я не уверен, но попробовать охота. Вы же прекрасно меня знаете, ребят. Я пробую даже те невероятные уровни, которые заведомо невозможно пройти. Мне нужно лично в этом убедиться. Только после этого я успокоюсь. Ну, а пока шинкуем. Так, секундочку, я не буду... Вот, давай вот так. Ой, зачем я сделал? Не то, не то, не то. Блин, да ядрен ты, батон. Ну что ж ты, косорукий-то. Я ж хотел... Пум-пум-пум. Слушай, ну пока живем. Я вот немножко еще хильнусь, наверное, да, от Эйприл. И... Давай смертельную волну. Фух. Так, выжил, гаденыш, а? Он выжил. Но это ненадолго. Какая-то волна у нас вторая, да? Ну-ка, упадет? Не упал. А сейчас упадет. Блин. Бакса, давай. Ты. Ну падай ты уже. Да почему постепенный урон? Постепенный урон его почему-то... Да хорош ты уже, а? Стрелозад. Вторая волна. И тут у нас, в принципе, ничего страшного. Тут у нас мутированные белки. Плюс у нас вот эти вот дроны. Не хочу, ребят, я тратить суперудар здесь. Вот верьте, нет, но не хочу. Слушайте, у нас что сегодня за день недели, а? Четверг, да? Четверг. Я в Сёгунах одна звезда. То есть, есть большая вероятность, что к понедельничку мы с вами... Конечно, не хочу загадывать, но хотелось бы, ребята, чтобы мы с вами получили Сёгуна 3 звезды. Как это было на прошлой неделе. Я просто был безумно рад. Потому что если мы с вами пройдем, ну, даже на 2 звезды, мы с вами прапаем. Прапаем, не забывайте, ребята. Еще одного персонажа. Так, подожди-ка, это последняя волна? Что-то я заговорился? Давай так, бомбанем. Прапаем еще одного персонажа на, ребята... Да-да-да, именно на платинового... На платиновый ранг. Вот так будет проще сказано. Так, ну-ка...
Ты! Хорош, а вот если мы так сделаем. Тыч! Да ладно тебе, блин! Ну. Ай, Роквелл, сходит, нет? Давай может, плевок? Давай плевком его. Пум! Ёпарасете, четвертая волна. Вот тебе и финита ля комедия, скорее всего, ребят. Потому что... потому что будет плохо нам сейчас. Вот что я вам скажу. Ой, разве это дамаг? Разве это дамаг? Это фуфло полнейшее, ребятули. Ну что делать, давай бомбанем. Я уж не знаю, тогда так вот. Кия! Нелепо все как-то это вышло. Провокацию берем, естественно, ребят, потому что она мне нужна. Знаете, в чем небольшой недостаток? Что он не может контрить, понимаете? Он не умеет контрить. Если бы он делал бы как Рафик. Упс. Да иди ты в пень. Так, а мы с вами... Ага, ты посмотри, что делает. Ну-ка так, эть. Хрена с два. А вот так вот, эть, нормуль. А сколько у него провокация держится? Два хода, да? По-моему, два хода, ребят. То есть, как она только спадет, нам будет... Звездец, по-моему, да? Ух ты, тигр, ты малорик. Ты контришь? И не по-детски. Так, что он делает? Что он делает? Ого. Сожгем его к ядрене фене. Нечего ему тут делать вообще. Теперь хильнемся. Так, а у нас... Оу! Ребятулечки, я знаете, что вам скажу? У нас провокация-то все. Тю-тю, того. Ну-ка, волна смертельная. Ужик. Постепенку. Бумкнет сейчас. Бумкнет! Ай-яй, прил. Пардончи, радость ты моя. И... ну да, да. Слушайте, ну я не удивлен, если честно. Давай вот так вот бомбанем. Потому что... сами видите, какой у них уровень. 55-й, а у меня здесь 46-й. Какой там у меня еще 50-й уровень. Конечно же... очень мало шансов выиграть. Но железная голова, соответственно, выиграет здесь. Останется последний из магикян. Он... пух! Да. Бьем. Смотри-ка! А? Тигр, по-моему... добьешь этого гада? Ну, пожалуйста, добей! Ах, хорошо-то как! Теперь вот этого... опс! Блин, стоит гаврик. Да, тигра мы потеряли с вами. Печалька. Ну все, ребят, железная голова... он будет злиться, он будет мстить им всем. Я стиснул зубы. На-ка! Прям по хребтине. Еще получи. Ой, ну как вы понимаете, это был наш последний бой в день Дони, потому что, ну, дальше нет смысла идти. И все-таки мы с вами получаем карточку, точнее ДНК. И да, ребятулечки, ну, поздравьте меня. Спасибо вам большое. Спасибо, ребятушки, спасибо. Все для вас. Так, 1300, ага, ага, и Леонардо. Блин, ДНК на Леонардо почему-то мы получили с вами. И Донателло классический. Шик и блеск, ребята. Просто красота. Давайте откроем бесплатно колоду. 100 мутагена, 50 пиццы и Донателло у нас, да? Ладушки, задание, задание пока не откатились, ребята. 6 с половиной часа еще придется нам подождать. Долго, не спорю, но чего? Никуда не деться нам. Так, ребят, но зато мы можем с вами заработать очень много пиццы. А пицца нам куда нужна? Ага, вы сразу догадались. Ну, конечно же, ребята, пицца нам нужна для того, чтобы искать новых героев. Или искать, или апать, поднимать их по рангу. Кстати, я же, по-моему, вам обещал после того боя поднять персонажа. Я надеюсь, вы догадались, кто это. Потому что вы должны вспомнить, на кого там не хватало у нас... совсем чуть-чуть ДНК. Ладно, не буду вас томить. Идите сюда и смотрите. Ну, да-да, ребята, это Кирби мышь. Причем я не особо хотел его апать, вы помните. Но, тем не менее, как видите, мы накопили на него. И 5000 мутагена это все дело стоит. Ну что же, Кирби мышь, ты получаешь 4-ю золотую звезду. Я тебя поздравляю. И у нас бомбардировка. О, как. Кирби взлетает и бросает бомбу на врага. Вероятность 20% снять позитивные эффекты с указанного врага. То есть он снимает, ребята, полезные бафы. Хо-хо, круто. Ладно, заслужил, наверное, еще один апикон, да? Оп, оп, два. Фиг с ним, пускай будет два. Так, ну а мы с вами, естественно... так, подожди, у нас, по-моему, где-то есть...
Слушайте, а мы же вроде бы получали с вами ДНК. А почему я не вижу? Где ДНК, которую я могу поменять, а? На Сюрике. Нету этого. Ладушки. Прощу я их. Так, давайте мы, наверное, с вами все-таки отобьем всю пиццу. А уже потом пойдем искать ДНК, да? Я, кстати, уже знаете, кого приметил? Крысиного короля, как ни странно. Ладно, посмотрим, как у нас пойдут дела. Бумс, упал. А как они пойдут, ребята? Здесь мы с вами элементарно все выиграем. Элементарнейшим просто образом. Да, наверное, сегодня мы все-таки запилим серию по рейду. Кстати, я хотел вас немножечко предупредить сразу заранее, что когда я ее проходил, а проходил я ее буквально недавно, та миссия у меня записалась, ребята, без звука, к сожалению. И поэтому переиграть у меня нет возможности. То есть я пройти это заново смогу, но оно уже будет как бы пройдено там. Да, и ролик, который будет между главами, к сожалению, никак не вернуть мне. Поэтому, ребятушки, я вам вкратце там объясню, что произошло. Вот опять эта дурацкая мания у меня влезать в игру с другой игрой. Знаете, как вот неугомонные, елки-палки. Все вперед, батьки, я лезу, все у меня вот... Дайте все, как говорится, козыри раскрою. Да. Ладно, пиццелицей. Ты-то уж меня поймешь, надеюсь. Посмертно. Отдуплись и распишись. Ать, выжил говнюк. Выжил каким-то образом, но это ненадолго. Все. Так, это у него 40 уровень, то есть получается еще 2 уровня, да, у него? По-моему, должно быть так. А я могу и ошибаться. Я просто, знаете, когда общаюсь с вами, я не замечаю, что здесь происходит. Я весь в своих мыслях, ребята. Нет, нет, последний уровень, 35 пиццы мы с вами должны здесь выиграть по любаську. Как ни крути. И поехали. Ты дышь. Еще раз, ребята, хотел извиниться за, как говорится, мой гонор, мой крик в игре Бравл Старс. Все не со зла, вы поймите, это все на эмоциях, на нервах. Вообще, вот эти вот игры, такие, знаете, ПВПшные, так скажем, реальные, меня очень сильно бомбят. Очень сильно бомбят. А вы еще говорите, давай в памп, давай там еще куда-то в Fortnite. Давай, забыл, как она игра называется. Меня там вообще будет бомбить, не по-детски. Иногда даже такие слова проскакивают. Я их или удаляю, или как-то завуалирую, чтобы их не было слышно. Так, что, мы с вами все, с специалистом разобрались, поэтому, я думаю, нам нужно с вами отправляться. Так, погоди-ка, у нас сколько... Ох, елки-палки, ты посмотри, сколько у нас пиццы. И сколько у меня порталов. Маловато будет, маловато. Ну да ладно, давайте мы с вами идем на список и смотрим, кто у нас тут ближайший. Так, Эйприл, ну Эйприл я искал сегодня. Ох ты, уже откаты произошли. Хорошо, давай посмотрим. Так, одно ДНК мы с вами нашли. Давай второй уж, для счастья, ну пожалуйста, есть. Ну, третье редко, ребят, выпадает, навряд ли оно здесь выпадет нам. Ну, я, в принципе, этому не удивлен. Все по-честному, все хорошо. Так, двигаемся дальше. Эйприл мы поискали с вами, да? Так, ага, вот он и крысиный король, да? Я хочу, ребята, поискать ДНК на него. Тем более, вы сами знаете, что есть большая, очень большая вероятность его буквально в кратчайшее время полностью пропасть. Потому что он ищется очень хорошо. И очень много попыток у нас для него. Видите, да? Три попытки, ну, то есть... Три раза по три попытки. То есть 9 попыток. Вот так я скажу. Из 9 попыток, даже если половина будет сыграна. Ох, красота. Быстро, семимильными шагами мы просто придем к нему и прапаем. Ну что ж, давай еще здесь тогда сделаем. Угу. Во, видите, как прет. Просто по красоте. Так, давай еще, улыбнись. Е-ха-ха. Ну, а здесь можешь не улыбаться. Я знаю прекрасно, что фиг нам. Так, ладушки, давай теперь посмотрим, кого мы можем еще с вами поискать. Хана можем поискать, да? Можем. Только нужен ли он нам? Мы с вами еще хотели Гекка. Давай-ка попробуем. О, а тут мало попыток. Тут всего, ребята, 3 попыточки. Одна, естественно, у нас получилась. Вторая, по идее, тоже должна получиться.
Ну, а третья, как обычно, нет. Не удивлен. Все просчитано, все продумано. Так и должно быть. Так, блин, Бакстера, что ли, а? Что-то как-то... Ребят, на April 7 ДНК, и она у нас в кармане. Так, здесь сколько? Здесь 32 ДНК на крысиного короля. Ну, тут еще дофига. Ксевер. Пульверизатор. Тоже очень много искать на него, да? Надо будет ДНК. О, Ванюша. Надо нам, ребятушки, как-то за Ванюшу взяться капитально. Верно? Потому что Ванька массовик-затейник. У него этот пулемет, блин. Ух, кладет воинов как бревна, елки-палки. Поэтому я думаю, что все-таки есть, есть у меня небольшая заинтересованность его прапать. Так, смотрите, тем более он так резво к нам идет в руку. Вообще шикарно. Просто по красоте. Он прямо и просится: Рей, быстрее меня прапай. Да-да-да, я тебя обязательно прапаю. Так, сколько у нас еще там пиццы? Я как-то не посмотрел. Ну, давайте еще Хана. Уж так и быть. Сколько? Ох, 156 еще пиццы. Ё-моё. Ребят, я могу тут ДНК просто искать целую кучу. Ха-ха. Откуда у меня столько, извините меня, попыток-то, а? Откуда столько пиццы у меня? Столько энергии-то взялось? Неужели то, что я специалист его все это выбил? Хан красава идет тоже неплохо, кстати, к нам. Но... Вот, видите, просто прет нам сегодня, ребят. Просто шик и блеск. Ладушки, наверное, блин, еще 72 пиццы. Ты представляешь, я могу сейчас, наверное, еще разика 4 кого-нибудь найти. А кого? Кого я буду искать? А, так, Гека, одна попытка там у нас, да? Пиццелицева? Ну давай Пиццелицева, фиг с ним. Давай. Может быть, умудримся его когда-нибудь прокачать на 5 золотых звезд и, как говорится, не травить душу ни себе, ни ему. Потом прокачать до платинового. Упс, ага. Так, ну что, ребята, 35 пицца, это буквально 3 попытки. Потому что сколько тут? Тут 14... А, нет, все, ребят, 2 попытки. 2 попытки и 8 пиццы осталось. То есть я не могу уже никого найти. Так, и отправляемся сразу же с вами в бой на турнир, конечно же, арена. И поехали. Так, естественно, я буду начинать с Лиги Сёгунов. Лига Сёгунов, так, 50-й, давай вот с этих начнем, наверное, ребятулик. Я беру сюда Леонардо, сразу же автоматом, просто, знаете, как по спецзаказу. Раз, два, три, и сюда же мы возьмем... Оу, ха-ха, погодите секунду, у меня, ребят, нету откатов, вот оно что... А без откатов это плохо. Придется взять карайку змею. Да. Чё-то как-то я немножко пужанулся. Ладно, давай сделаем вот так вот. Упадут, нет, как думаете? Добьем. Добьем мы их всех. Ты-дыщ. Опа. Тихо, парень. Ёлки-палки, я уже думал, сейчас с катушек съедет и начнет бомбить здесь. Нет, мы все-таки здесь выиграли. И это хорошо. Блин, ну Леонардо-то у нас больше нету. Какая там у нас позиция? Ой, 55-я уже была, 49-я, да, по-моему, когда я смотрел. 31-я позиция. Ну что же, ребят, у нас очень мало с вами персонажей. Я возьму вот этих вот, потому что тут очень много серебряных. И начинаем. Берем, короче, Криса. Ой, какой Криса, ё-моё, Зэк. Какой, конечно же. О чем я думаю, ё-моё, ребят. Я поглощен своими мыслями. Так, и кого же нам взять-то здесь, а? 53 уровень, как-никак. Ха-ха. Слушай, я боюсь, но я возьму Рокзара. А Рокзара возьму только потому, что он, ребята, может встать в провокацию. И начинаем. Танцы Болеро. Естественно, ребят, берем провокацию. И все, мы в дамках. Нам никто уже не страшен. Тихо ты. Смотри, как он бомбит, а, Леонардо. О, зачем ты делаешь хил? Черт тебя подери, Бибоп. Ну, блин. Ого. Давайте еще мне тут разберите всех моих ребят. Слушай, бомбардировка. Давай посмотрим, что это за бомбардировка такая. Мимо.
Нет, 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 не надо, не надо, не надо. Да. А вот тебе, ребята, и результат. Да что за фигня такая? Хорош уже тут буянить. Так, кого? Прихлопнем, наверное, вот этого мы. Йоу, есть. Твою ж маковку, а. Ребят, ну это фигня полнейшая, блин. Я знаете, чему удивлен? Почему они так быстро разобрали мне Рокзара? Они же слабенькие. Да иди ты, хан, в пень, а. Понизил мне, ребят, защиту. Гаденыши такие. На! Да, конечно, этот бой у нас получился просто никакой. Говнобой, его по-другому не называть. Иди отсюда. Вот еще стоит, выеживается, а. Да, ребят, ну тут, конечно же, мы с вами получим мало, очень мало очков, практически ничтожно. Я даже сомневаюсь, что мы с вами передвинемся на какую-то там позицию. Ну-ка, проверим. 113 мутагена. Но если тридцатка будет, это радость. Ой, блин, 30-й. Ой, 30-я позиция, ребят, ну офигеть. Слушайте, я буду отрываться. А ведь брал чисто серебряных, ребят, представляете? Вот так вот. Ну что ж, поехали вот здесь вот, будем бомбашить. Так, нет, мы с вами возьмем Криса. Возьмем Шреддера. Так, и вот так. Если мы сейчас с вами успеваем поставить в провокацию нашего Рафаэля, то мы в дамках. Если же не успеваем, то мы сфейлились. Черт, ну давай так сделаем. Чух. О, все, ребятули, можно выдохнуть. Мы поставили провокацию, естественно, мы с вами. Там у них, кстати, хиллера нету, я что-то не обратил внимания. Хиллера нету. Отлично. Пумс. Ну, молодец, Рафик. Умница, цепной пес. Куда ты брыкаешься, а, Роквелл? На кого ты батон крошишь, Крис? Вообще оборзели, ребята, вот посмотрите. Оп, есть, оказывается, он не хиллер. Я все время, ребят, забываю, что вот этот Рафаэль может хилять. Но, поверьте, это ему не поможет. Пробивной. Тыч, все, готов. Я считаю, что это было по красоте. Блин, у нас, ребят, с вами всего лишь один бой остался. Ну, потому что у нас больше нету героев, персонажей, которые могли бы драться. Я надеюсь, мы успеем. Ну, какая позиция? Ну, давай 15. О, 6-я. Меня вот это уже радует. Знаете почему? Потому что мы сейчас взлетим с вами просто как торпеды. Смотри, беру железную голову, беру вот этих ребят и вот... Так, погоди. Вот ты. Да, вот так вот. Поехали. Это последний бой, я вам говорю, ребят. Больше не будет возможности подраться нам. Ну, голова? Нет, не голова. Ну, давай, голова. Железно... Да хорош, блин! Почему железная голова не может... Во! Провокация. Нам нужна провокация здесь. Фух. Так, кого тут нам надо убрать-то? Давай мы вот, наверное, с Карайки начнем. Блин, а Карайка же, у нее сюрики есть. Ой, если она сейчас сюрики свои... Давай хиляться. Попробуем. Отлично. Так, вот теперь бомбим. Ух, замечательно. Так, смертельный поцелуй. Ну да, понизила она нам атаку. Да и хрен с ним, с этой атакой. Блин, Карайка не упала. А ну-ка, бомбанем. Тыч. Блин, я думал, что все упадут, нифига. Минус. Так, погоди-ка секунду, давай попробуем. Тыч. Да ну, такой урон слабенький. Жик хвостом, бумс, накрыли. И, наверное, добьем мы его, да? Вторую атаку не стал делать. Что ты делаешь? Майки, что ты делаешь, а? Это тебе не поможет, парень. Все. Ну что же, я поздравляю нас с Сёгуном 2, 2 звезды, надеюсь. А какая вот позиция, сейчас мы с вами увидим. Где-то 80-я должна быть, да? Блин, 93-я. Ну ладно, я и на это согласен. Я знаю, что у нас к следующей серии обязательно ребята скинут. Тут к бабке не ходи. Но мы будем к этому готовы, так ведь? Я думаю, что да. Так, у нас с вами... Секундочку, я хотел куда-то отправиться. Я хотел вот сюда зайти и посмотреть. Здесь покупать никого не будем, потому что все эти ребята у нас есть. Опачки. Опачки, вы помните, да, прекрасно. Я коплю на Шреддера 38 ДНК из 50.
То есть все отлично. Так, тут 490, ребята. Но этого, конечно же, мало. Нужно минимум 530. Это самый-самый-самый минимум. Так, а я хотел, знаете, что купить? Вот эти вот портальчики за 500 долларов. Да, 100 штучек ровно. Ну что же, наверное... Подожди, у нас еще сыр есть, да? Сыр есть. Так, давай-ка зайдем в испытание и посмотрим. Кто же нам нужен? У нас нету Дони, а мы до Доника и не дошли с вами. Плохо. Ну что, крутанем? Давай попробуем, ребят. Рискнем. И выпадает нам кольцо крутости. Оно мне нафиг не нужно. Так, 35 жетонов. Что еще? Блин, 2 доллара. Ну, почему? Почему такое невезение? Эй! Да елки-палки, 6 осколков серебряных. Ну, хорош гнобиться. 2 ДНК-нейтрализатора. Ладно, хрен с ним. Так, ну. Книжка эта никчемная. Зачем она сдалась нам? 3 череп... Ну, везет? 3 золотых осколка. Ладно, хорошо, 3 золотых осколка. Все? Ну? Да ё-моё, вы издеваетесь, ребята. Все, 2 сыра. Естественно, мы уже больше с вами ничего не сможем получить. Ну, а на этом все, дорогие мои. Я буду закругляться. Надеюсь, серия вам понравилась. Ну, а с вами был Рэй и Черепашки-Ниндзя-Легенды. Так, секунду. Обмениваем. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.